6 польских пловцов вернули домой с Олимпиады в Токио. Причина – системная ошибка. Федерация плавания Польши включила в команду слишком много спортсменов. Члены команды выяснили, что их нет в официальных олимпийских списках только по прибытии в Токио. В целом от Польши поехало 23 пловца, но теперь их осталось 17. Пловчиха Алисия Тхорс уже участвовала в Олимпиадах 2012 и 2016 годов. Она одна из тех, кто не нашел себя в списке токийских игр. Мне грустно и больно. Ощущаю злость и беспомощность. Это сложно даже описать. Мы готовимся к Олимпиаде не 2-3 недели. На это уходит несколько месяцев и даже лет тяжелой работы. Мы все время отдаем тренировкам и забываем о семье. Тхорс говорит, что высланные пловцы уже общаются со своими юристами и, скорее всего, будут подавать иски в суд. Между тем, глава Федерации плавания Польши отмечает, что абсолютно понимает чувства пловцов. По его словам, ошибка вышла из-за желания послать на Олимпиаду как можно больше спортсменов.